Это Castlevania Lords of Shadow. Железный парень. Так, нет. Нет. Да. Свиток, блядь. След голубая туда. Нет.
же больше этих кнопок нету. Продвинутые приемы. Дополнительное оружие. Извержение. Как-то это сложно слишком. Святой крест. Балкон. Мясник, распоряжающийся замковой кухней, скармливал трупы гулям. Эффективность королевской прислуги заслуживает похвалы. Вампиры высасывают всю кровь, а гули доедают останки, ничего не оставляя. Используя свои силы, Габриэль становится намного сильнее, чем я ожидал. Но ему понадобится больше, чем физическая сила, когда он встретится с ней. Она может его так очаровать, что он может забыть обо всем, даже о своей возлюбленной. У нее в руках следующая часть маски, и я боюсь, он предпочтет последнее. Мочилась с ним. Камеру вертеть нельзя, прыгать нельзя. Так, там не пойти. Thank you.
сука, говна вылез, не знаю. Блин, давай, спускайся. Супер. Ключа нет. Сейчас кинь сюда. Вот в первый раз слабо было зацепиться. Сейчас эти скелеты выменьшу. Где мне убрать там? Да ну запрыгни. Ладно, схожу опять к скелетам. Может, выпадет из них, может, там есть дверь или кнопка, да запрыгиваю. Thank you.
завалить. Надо сломать одного. Ну прыгни. Тупой, а? И ключ не забрал. Может, он еще пригодится. Что это? Куклы? Свиток? Нет. А, там еще мужик. Выбрать шар, бросить шар. Что надо-то? Два раза это сейчас сброшу. Нет. Почему я сразу могу несколько надо ждать? Да нет, не тот шар. Если я скину, он окрасится, потом он опять перекрасится. Вот это вот запарывает все. Так бы все покрашено.
Ну или почти все. Я тут надолго застрял. Сбрасываем первый. Сбросим вот этот. Центральный теперь. Блин. Потому что это опять на эту ведет. Слишком сложно. Сбросим так. Один остается, а два остается не крашен. А, блин, нет. Надо как-то, чтобы... Да. Или нет? Ладно, проходи дальше, идем. В следующей серии, пока.